Продолжаем тему свободы действия одной рукой. Очень важной составляющей будет выносливость. Некоторые варианты снарядной наработки, чтобы наработать именно выносливость. В первом раунде ставим 3-минутный боксерский раунд и начинаем набрасывать, например, прямой удар с градацией плюс 1. То есть, раз-два, раз-два-три, раз-два-три-четыре. Так доходим до 10. И идем обратно. По мере освоения, во-первых, начинаем втыкать. То есть это должно быть не касание, это должны быть нормальные удары. Работаем синхронизацию. То есть не стоим в разы на месте и делаем только рукой. А это должно быть именно бам-бам. Бам-бам-бам. Те же 10 должны быть в движении. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пауза. И пошли вниз. И так весь раунд. Следующий раунд, соответственно, поменяли руку. Потом работаем точно так же боковые. Весь раунд, то есть раз-два, раз-два-три, раз-два-три-четыре. И также опять поднялись до 10, спустились до 2. И так весь раунд. Раунд прошел, следующий раунд. Действуем второй рукой. Потом у нас, соответственно, будут апперкоты одной рукой. Потом могут быть прямые кружкой. Здесь уже все варианты ударов, которые вы используете на каждый вариант. Раунд. То же самое при работе с оружием. Например, с ножом. Целый раунд мы делаем только уколы. Потом раунд мы делаем только такие порезы. Только такие порезы. Палкой, соответственно. Один вариант удара и выделяем по него целый раунд. 2, 3, 4 до 10 и обратно. Так, чтобы наработать выносливость. Раунд. Отработав это, переходим к следующему варианту. Комбинации. Здесь одной рукой мы начинаем каждые 30 секунд. Мы делаем плюс 1. Тоже 3-минутный раунд. То есть первые 30 секунд двойка. Раз-два, раз-два, раз-два. Любая двойка одной рукой. По сигналу плюс 1, то есть делаем тройку. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. 30 секунд, четверка. Раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре. 30 секунд, пятерка. После чего следующие 30 секунд идем обратно. Четверка, тройка. Раунд закончен. И меняем руку. То же самое. 30 секунд у нас двойка. 30 секунд мы работаем любую тройку. Потом четверку, пятерку, четверку, тройка. И раунд закончен. Таких раундов можно сделать несколько. Опять же, по мере освоения, синхронизация с ногами, вложение, акцент на последний удар. То есть, если это двойка, это должно быть раз-два. Если четверка, это должно быть раз-два-три-четыре. И вспоминая по работе, как ранее, ускорение, то есть не должно быть раз, два, три, четыре. Нет. Раз, два, три, четыре. Ускорились. Да, сложно, но именно это позволяет нам наработать и выносливость, и ускориться для полноценного мощного финального удара. Не стоим на месте. Синхронизация, ускорение, акцент. Что при работе пустыми руками, что при работе с какими-то подручными средствами. Палка, нож, неважно. Пробуйте.